Попросили меня показать Келтек CP-22. Это полуавтоматический пистолет в 22-м калибре, 22 LR, от фирмы Келтек. Ну вот, нашел его в магазине, решил снять. Магазины здесь большие, емкие. Вещь полуавтоматическая, чисто полимерная. В принципе, интересный, конечно, вариант. Здесь еще и ствол с нарезами под глушитель. Предохранитель флажковый. Спуск, как вы понимаете, на мелкашечном оружии проверять не могу в магазине. Но вот как это выглядит. Как я поговорил с работником магазина, может быть неплохая вещь, если на него поставить упор и коллиматор, и глушитель. Например, для тира или всяких вредителей отстреливать. Вот я в замедленном режиме первое видео еще раз показываю, чтобы сам пистолет вам показать более детально. Магазины есть на 20 и на 30 патронов, здесь на 30 на данный момент. То есть, с определенной точки зрения, это может быть еще и оружием для самообороны. Там, где ничего кроме мелкашки нету, потому что все-таки патронов много. Но так, в принципе, неплохая вещь за свои деньги, не дешевый, 500 с лишним долларов. Так что цена глока, но каждому свое.